Добрый день! Сегодня у меня небольшая велопрогулка от поселка Илиджа, где я живу, по прямой дороге до Кумкуэ. Еду по прямой хорошей дорожке, вот я уже и здесь. Посмотрим, что это за поселочек. Есть много магазинов, такие аллеи хорошие, написано Кумкуэ. Поднялся на небольшую горку, осматриваю окрестности, что да как. Первый раз я в этом месте. Трава такая зеленая, красота. Сегодня очень тепло, 23 градуса. Выехал на пляж. Народа, конечно, совсем мало уже. Конец ноября, ну, гуляющие люди есть, отдыхающие, все раздетые. Но тут пляж такой пустынный, а вот там дальше уже народик будет побольше. Много кафешек, все сидят, отдыхают. Вот я такой лохматый, поеду сейчас по воде. О, купаются люди. Кручу, верчу головой по сторонам. Пляж. Отдыхают, люди лежат, загорают. Ну, а я на велосипеде покатил. Ну, оказывается, хорошо по песочку ехать, нормально. Колеса не проваливаются. Еду одной рукой, за руль держусь. В другой руке телефон, камера. Вот я и снимаю. Немножко проеду, останавливаюсь, чтобы посмотреть по сторонам, поснимать хорошо все. И потом дальше опять еду. Вот выехал на саму набережную. Людей много сидит, отдыхает. Пьют коктейли, пиво. Короче, люди отдыхают. А тут такой пирс сделан над водой. Зашел на него. И с него показываю вам берег. Хоть и тепло, но по небу бегут небольшие облачка. Поэтому народу сегодня не очень много уже. Да и как, конечно, конец ноября. Ну и, конечно, очень-очень много цветов. А тут еще и кактусы с плодами были. А у меня колеса крутятся, колеса вертятся. И я еду смотреть новые места. Да вокруг такие красивые отели. Кошка гуляет. О, какие львы, какие тут скульптуры. Вот этот отель, несколько разных входов, и все по-разному сделаны, но кругом львы. А ты еще дальше проехал, опять какой-то ресторан,
А вот тут впереди уже показался античный Сиде. Сейчас я до него доеду. Вот, но в самом мысу это порт античного Сиде. А там кораблик плавает. Сначала думал, это турист. Скульптура туриста. А оказалось, это 8-й президент Турции. По дороге попала полиция, полицейский участок, или как по-турецки жандармерия. Тут, конечно, пляж совсем маленький. Маленькая такая прибрежная полоса. А я приехал вот оттуда, далеко-далеко уже укатил. А тут уже начинаются старинные остатки зданий от античного Сиде. Здесь пляжа вообще нет. Каменный. Но зато на камнях рыбаки сидели, рыбку ловили. На песчаном не было никого. Старинные здания, еще чуть-чуть, и я въеду в античный Сиде. Вот и доехал до античного Сиде. Ну, тут, конечно, началось. Рестораны большие, кафе, много магазинов со всякими вещами, сувенирами. О, доехал до порта античного Сиде. Вот я оттуда приехал. Сам порт. Катался летом здесь. Была прогулка морская, часовая на пиратском кораблике. Еще раз смотрим, что тут за остатки зданий. Сегодня очень много людей на раскопках. Не видел такого количества людей. Копают. Землю увозят. Да вот здесь даже откопали остатки старинной мозаики. И просто губкой ее вымывают. Щеточками все выметают, всю землю. Тяжелая работа. Ну вот, и побывали мы на настоящих раскопках. А я по мостовой выезжаю сейчас на основную дорогу и в сторону дома. Вот забрался. Тяжело в горку. Дышу тяжело даже. Поднялся пешочком. Тут ездит паровозик. Туристов возит. Ну, совсем недалеко туда-сюда. А я по этой дороге уже несколько раз ездил. Можно посмотреть ролики. Всем пока.